Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 выполнили полеты над акваторией Баренцева моря. Авиагруппа отрабатывала навыки поиска вражеских подводных лодок. Полеты проходили в сложных погодных условиях, что потребовало от летчиков особой внимательности и профессионализма. На морских полигонах экипажи отработали постановку гидроакустических буев, а также выполнили бомбометание по условной подводной лодке. В свою очередь истребители Су-33 и МиГ-31 Северного флота, которые регулярно несут боевое дежурство в арктической зоне, получили вводные на перехват воздушной цели. Неизвестный объект приближался к государственной границе. Учения также проходили над акваторией Баренцева моря. На этапе проверки было задействовано порядка 10 летательных аппаратов.